Что ты ценишь в дружбе? Мне всегда нравилось, когда, например, подруга или друг может сказать тебе то, чего не может сказать кто-то другой. Там, да? Все стараются, например, если ты находишься в профессии, там льстить, да, но ты приходишь, и на тебя, как ушатом холодной воды, выливают критику. Вот мне нравится критика в друзьях очень сильно. Я обожаю этих людей, я к ним тянулся и тянусь. У меня окружение, которое, в принципе, как мне всегда казалось, как и в любви, например, окружение, которое мне может дать больше, чем я. И вот к этим людям я всегда тянулся.